пришел в гости к нашим друзьям в городе Чолаклы в жилищный комплекс. Вход туда через шлагбаум с охранником. И сейчас мы пошли до моря по такой обустроенной хорошей дорожке. Кругом столько много зелени, цветов. Классное местечко. Кругом коттеджи трехэтажные. Чистота и порядок. На выходе из комплекса тоже стоят опять ворота. И кодовый замок или простой ключ, чтобы открыть двери. Но самому даже не выйти, если не знаешь кода. Нас вывели друзья. Все, без них нам обратно не попасть. Теперь по такой дорожечке спускаемся к морю. Слева и справа территории отелей. Там такие подделки сделаны классные. Там ворота какие-то там, вернее, даже не ворота, а арка или что. Еще что-то там всего много понастроено. Вот такая длинная лесенка. А теперь уже мы на море. Дойду до моря, погуляли там хорошо, отдохнули. Иду пощупать водичку. Вода около 20 градусов. Волны совсем маленькие. Так, сейчас мы пощупаем водичку. Как она? Ну-ка, водичка идет. Все, ребята, я попал. Немножко промочился. Ага. Вот так подошел близко. А потом была игра в волейбол. И я поиграл. После волейбола кое-кто искупался. Хорошо отдохнули. И здесь стоят шезлонги. Есть матрасы под крышей где-то. Тоже на замок закрываются. Но все эти местные берут и спокойно отдыхают. И потом, отдохнув, опять поднимаемся по этой самой лесенке, по такому тротуарчику, возвращаемся в тот же личный комплекс. Ну, не сильно тяжелая дорога в горку. Нормально, легко можно дойти. А вот они, ворота. Пожалуйста, открывайте дверь по утрам медленно. То есть я был потише. С собаками и с кошками на пляж ходить запрещено. Кругом чистота и порядок. А вот он, тот самый кодовый замок. И опять идем наверх, мимо таких цветущих деревьев. Красивые, белые и розовые. Никакого мусора нигде, вообще ничего. А тут вот какая у них рекламка для своих. Давайте содержим наш сайт, написано. Но это, похоже, не сайт, а территорию. Какие красивые дома. Машины стоят у кого-то во дворах, у кого-то просто на улице. А тут еще гости приезжают и ставят свои машины. Но улица довольно-таки нормальная, широконькая. Нормально разъезжаются машины. А сейчас поднимусь к друзьям наверх, на третий этаж. Так, все хорошо обустроено. Прекрасный дом. Настоящая вилла. И цветы, цветы, кругом цветы. Вот я теперь на третьем этаже. Мангал стоит, стол со стульями. Можно посмотреть на другие дома, коттеджи. Вид на море.
Хоть не очень много, но море видно. Отличное местечко, просто замечательное. Правда, цена немножко дороговата. Цена аренды 25 000 лир. Трехэтажный дом –